Двухпредметный комплект фирмы Ladies Line, номер модели 1054, комплект состоит из блузы и брюк. Блуза свободного силуэта, с отложным воротником рубашечного типа и застегивается по планке на петли пуговицы. Также полочка блузы с нагрудными выточками, а также блуза с асимметричным подрезом и низ блузы асимметричный. Также по левой стороне полочки блузы печать. Блуза без подкладки, ткань не тянется. И ткань слегка светится. Рукав точной, укороченный, рукав с отложной манжетой. По спинке блузы имитация застежки на петли пуговиц по планке. Брюки классического кроя, они слегка заужены к низу. Также брюки на приточном поясе и пояс на такой сборке. Также брюки без подкладки, ткань брюк не тянется. В боковых швах брюк есть функциональные карманы. И по спинке брюк имитация кармана с листочкой. Он декорирован отделочной тканью. Также боковые швы брюк декорированы кантом отделочным. Если вам понравилась данная модель, вы можете заказать ее на нашем сайте nashamoda.by.